Символом чего является современный российский флаг? Если без цензуры отвечать, то когда я вижу российский флаг, у меня сразу в головах ВДВшники, которые купаются в фонтанах, и всякие не очень хорошие связанные с страной вещи. То есть Россия такая штука вымученная, но которую мы очень любим и от которой изнутри отказаться нельзя. Ну, современный российский флаг, наверное, символом государства во всех его понятиях, таких как граждане, наука, армия, спорт. Я не думаю, что в нем сейчас заложен какой-то символизм, ну, типа, свобода. Я так думаю, единство прошлого, настоящего и будущего России. Символ, да, возрожденной России в виде демократическом. Связи с империей я лично не вижу для себя. Ну, говорят, что красный – это как бы красиво, вот красный Кремль, а голубое небо, а белое, я не знаю даже, свобода, может. Огонь, вода и воздух. Так сказать, сочетание цветов, связанное с событиями, которые происходили в течение этой истории. Понятно? И красное, и белое, и синее. Все это было в исторические периоды развития страны. Символом свободы, потому что там цвета, ну давайте так, символом свободы и отваги. Современный российский флаг ни в коем случае не является символом царской империи. Флаг был, соответственно, символом антибольшевистского сопротивления. Безусловно, он имеет право на существование.